Микродозинг – это применение веществ в очень маленьких количествах. Известно, что одно и то же вещество может быть лечебным средством и ядом. Все зависит от способа употребления и его дозы. На влияние очень маленьких доз различных веществ построено использование гомеопатии. Микродозинг мухомора, прошедшего специальную обработку, положительно сказывается на самочувствии, помогает справиться с вредными привычками и изгоняет депрессию. Конечно, употребление мухоморов для улучшения здоровья звучит странно, но это делают люди уже на протяжении многих лет. Еще в древние времена при помощи мухоморов излечивали разные заболевания, стимулировали физическую активность. В мухоморах содержится и ибатеновая кислота, которая при переработке, высушивании или вываривании метаболизирует в мусцимол – вещество, оказывающее психотропное и нейроактивное действие. При использовании микродоз происходит стимулирующее действие на организм, без развития интоксикации. Именно на таких свойствах основано употребление микродоз мухомора. Применять можно порошок, сделанный из сухих мухоморов, но в этом случае можно ошибиться с дозировкой, поэтому наиболее оптимально пользоваться дарами природы уже в нужных дозах, помещенных в капсулы. Именно такое применение позволяет получить от растения все желаемые положительные свойства и при этом не испытывать никаких побочных реакций. Суть использования микродозинга мухоморов в следующем. Все вещества поступают в микродозах. Концентрация их в каждой капсуле выверена с большой точностью. Эффект наступает через некоторое время. Воздействие отсроченное, прилив сил и другие положительные влияния осуществляются через 2-3 недели применения. Организм постепенно привыкает к поступлению активных веществ и начинает правильно на них реагировать, а отравление в связи с минимальной концентрацией не происходит. За счет того, что количество биологически активного вещества строго выверено, оказывается исключительно положительное влияние. Но только при строгом соблюдении режима приема и выполнении всех рекомендаций. Друзья, для вас оставлю ссылку для приобретения в описании под видео, заходите и ознакомливайтесь. За счет употребления микродоз мухомора человек постепенно начинает ощущать уменьшение раздражающего влияния окружающей среды. Уходит психоэмоциональное напряжение. Жизнь начинает радовать, и неприятности не воспринимаются как удары судьбы, а в голове рождаются возможности их преодоления. Нормализуется уровень артериального давления, происходит выведение из организма избытков жидкости. Повышается интенсивность противодействия различным патогенным микроорганизмам, происходит повышение активности иммунитета, что защищает от различных инфекционных болезней. Купируются спазмы гладкой мускулатуры, перестают ощущаться боли в кишечнике, проходят неприятные ощущения в области желчного пузыря и почек. Нормализуется микрофлора кишечника, при наличии паразитов в кишечнике происходит их устранение. Сон становится глубоким и спокойным, возвращается возможность быстрого засыпания, без постоянного перебирания в голове ежедневных проблем. Повышается мышечная сила, увеличивается возможность проведения длительных тренировок для формирования красивого тела. Активнее работают клетки головного мозга, что приводит к повышению сообразительности, улучшению памяти, стимуляции мыслительной деятельности. Перестает беспокоить ощущение постоянной усталости и депрессивного настроения. Значительно повышается умственная и физическая работоспособность. Возникает положительный психоэмоциональный фон. На фоне активного влияния на нервную систему и психику происходит выраженное положительное воздействие на работу внутренних органов. Интенсивность обмена веществ, что приводит к купированию проявлений или даже полному исчезновению симптомов хронических заболеваний. Чтобы узнать более подробно о влиянии микродоз мухомора на организм, прочитать комментарии тех, кто уже употребляет это средство, следует зайти на сайт и обратиться к специалистам, которые на нем работают. Желатиновые капсулы содержат от 0,5 до 2 грамм активного вещества. Доза уже обозначена на упаковке, что удобно при использовании. Курс приема 30-60 дней. Применять следует по одной капсуле 2 раза в день. Это касается красного мухомора. Помимо микродозинга красного мухомора, который является наиболее востребованным продуктом, можно использовать
микродозинг ежевика гребенчатого, применение которого улучшит работу головного мозга и восстановит деятельность внутренних органов, а при сочетании с красным мухомором эффект будет более значительным. Микродозинг пантерного мухомора, применение его похоже с использованием наиболее известного красного, однако есть и некоторые отличия, которые могут проявиться за счет индивидуальных особенностей организма. Настойка мухомора красного с солодкой для местного применения, которая поможет при мышечных и суставных болях, сосудистых нарушениях. Микродозинг цитрарии, который помогает вывести токсины из тела человека, повышает аппетит, стимулирует мужскую силу и помогает избавиться от вредных привычек. Мазь на основе барсучьего жира с добавлением мухомора, способная уменьшить проявление простуды, ослабить болевые ощущения при травмах и остеохондрозе, применяться только местно. Чтобы получить более подробную информацию, если вас заинтересовал наш продукт, следует перейти по ссылке, которая появится после окончания видео.